как ты закроешься. Кстати, кто смотрел «Зуландер 1»? Я нет. М? Я нет. Это вообще что? Это фильм про моду. А, надо будет обязательно прийти и посмотреть. Посмотрите. Там такое вообще жесткое стебалово вообще про моделинг. Это могли сделать только те, кто в этой теме очень хорошо разбирается. Вообще «Зуландер» это сейчас... очень такой модный хэштег. В февральском, кстати, на обложках очень много. У меня, кстати, скоро выйдет рубрика на канале «Вносим ссор из СБ», она называется. Как вы думаете, может ли быть в культуре человек, ну, то есть, например, там он зам начальника отдела культуры, может ли быть человек по образованию физруком? Как вы считаете, это вообще логично? Я считаю, что нет. А ты как считаешь, Фарида? Физруком? Да. То есть в отделе культуры сидит физрук по образованию? Я считаю, что нет, потому что... А может ли физрук решать судьбу тех, кто может намного больше, чем он, и разбирается? Нет. В культуре, я считаю, должен сидеть человек, который будет понимать в этом хотя бы что-то. То есть элементарно знать культуру города, культуру вообще страны. История культуры. История преподается культуры, вообще-то да. Прямо это огромный курс, который нужно, чтобы люди... И литературу, и все-все-все. А, ну, мне кажется, если человек как бы знает, ну, о чем идет речь, то есть, ну, понимает в этой сфере... А что он может понимать в этой сфере? Вдруг вы считаете, что он не может... Он физрук может решать судьбу тех, кто занимается искусством. То есть у него никакого образования, кроме физрука. У нас получается, что именно да, судьбу тех людей, которые занимаются искусством, фотографией, театром, красотой, шоу, у нас решает физрук. На каком он уровне может это решать? Нет, конечно, он не может это решать, если у него физрук. То есть человек то же самое, как сантехник будет сидеть на фотовыставке и оценивать ничего. А как у нас тогда, например, в городе произошло такое, что, например, у нас есть создатель ледовых скульптур в городе. Ну, я не буду говорить, кто это, хотя это был слоненок. Так вот, дело в том, что человек делает ледовую скульптуру, да, у нас в городе. Соответственно, физруки оценивают, и она ничего не занимает. А потом человек с этой же скульптурой приезжает на международный фестиваль, и его работа становится лучшей по мнению участников. Мнению участников. Ну и, соответственно, вообще всех, кто там был. Фестиваль в Канаде проходил, то есть международный. Это потому происходит, что у нас именно физруки решают. Да. Если вам интересно, кстати, особенно ангарчанам, вы подписывайтесь на мой канал и задавайте вопросы. Ставьте лайки. А у нас упал телефон. Да, то есть вот здесь у нас персиковый оттенок, посерединке у нас розовый, и фиолетовый у нас переходит в тень. Открывай глаз. Поскольку тень у нас уходит, глазами, конечно, это все смотрится. Да. Вот смотрите, открой глазик. У нас как бы глазик практически может попасть вот в это расстояние. Глазик, а тень, она уводит глаз и без всяких подводок, вот так вот уводя просто тень на висок, вы просто делаете глаз больше, без всяких. Вот с этой стороны мне больше нравится, как получилось. Просто мы очень адски спешим.